Итак, седьмой тур первенства Украины среди команд мастеров первой лиги. Встречаются Донец, футболки оранжевые, в воротах Дмитрий Шутков. Второй номер Игорь Леонов. Третий Алексей Шмарко. Четвертый Валерий Кривенцов. Пятый Эдуард Кулик, капитан команды. Шестой Алексей Бахарев. Седьмой Дмитрий Есин. Восьмой Алексей Гай. Девятый Виталий Абрамов. Десятый Сергей Девкин. Одиннадцатый Роман Адамов. Руководство футбольного клуба «Шахтер». Президент клуба Ринат Ахметов. Главный тренер Евгений Король. Начальник команды Виктор Носов. Тренер Игорь Дыбченко. Черноморец Одесса. В воротах Александр Губенюк. Номер 2 Андрей Ерохин. Номер 3 Николай Ветвицкий. Номер 4 Сергей Сгура. Номер 5 Андрей Чернов. Номер 6 Виталий Колесниченко, капитан команды. Номер 7 Трещенко. Десятый номер Сергей Драницкий. Одиннадцатый номер Олег Магуля. Главный тренер команды Анатолий Азаренко. Тренеры Александр Скрипник, Игорь Наконечный. Сегодняшний матч обслуживает бригада в таком составе. Арбитр в поле Богдан Потапчук. Ему помогает Сергей Цимбал и Сергей Морозов. Вся бригада из города Николаева. Инспектор матча Виктор Безрук, город Луганск. Резервный арбитр Павел Брюхов, город Донецк. Yeah.
Thank you.
Положение нижней. Два раза уже попадает. Третий раз, что ли, нужно?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah!
Yeah.
Замена в команде ЧЕК. Номер 15. Thank you.
Номером 2 в игру вступил Денис Евтюхов, номер 17. Thank you.
номером 6. В игру вступил Ярослав Скидан, номер 18. Уважаемые любители футбола, следующий домашний матч команда «Шахтер-2 Донецк» проведет в понедельник, 11 сентября. В игре 9-го тура первенства Украины среди команд первой лиги «Горняки» встретятся с командой «Динамо-2 Киев». Место и дата проведения этого матча может быть изменена, поэтому следите за объявлениями. Ворота команды «Шахтер-2 Донец» забил Виталий Колесниченко, номер 6.
вместо Вячеслава Терещенко, игравшего под номером 9. В игру вступил Сергей Пономаренко, номер 16. Шахтер 2 Донец. Вместо Валерия Кривенцова, игравшего под номером 4, в игру вступил Виталий Артемов, номер 16. Yeah.
Ахмед.